Ассаламу алейкум всем, кто смотрит нас на видеохостинге YouTube. Доброго времени суток тем, кто отслеживает наши программы на сайте Свободной Республики. В эфире проект «Ужин негодяев». Обсуждение новостей, случившихся на истекшей неделе. Сегодня собрались вместе со мной обсудить эти новости редактор редакции общественно-политических программ, автор и ведущий программы «Глобальная сеть» Рустам Курбанов. Здравствуйте. Вера Олеговна Тимофеева, креативный директор издательского дома «Максим». Здравствуйте. Багаудин Гаджиевич Узунаев, обозреватель еженедельника «Свободная Республика». Добрый день. Ну и я, негодяй со стажем, «Зоургазит». Нам есть что обсудить. Поехали. Еженедельник «Свободная Республика» – газета для свободных от предрассудков людей. Здесь публикуются самые интересные дагестанские авторы. «Свободная Республика» для тех, кто хочет знать правду. Мы не торопимся с выводами. Мы знаем, что творим документ времени. «Свободная Республика» в ближайшем киоске. Так, Вера Олеговна, с чего начинаем? Безусловно, мы начинаем со слишком неожиданного хода, как пишет «Новое дело». Я думаю, мы все с этим согласимся. Это новость о том, что дагестанка заявила о желании баллотироваться в президенты. Никто не имеет права запрещать человеку объявить о своих амбициях. Правильно сделала Айна Гамзатова. Пусть у нее, и хоть она знает, что ничего у нее не получится, но во всяком случае попытка не питка, как говорил Иосиф Виссарионович Сталин. Такой ли это неожиданный ход? Можно сказать, я что это, понимаете, мы ожидали просто глупости какой-нибудь перед выборами, и эта глупость происходит сейчас, поэтому никакой неожиданности в этом нет. Уж то, что ДУМД в это влезет, я лично предполагал во всяком случае. А весь мир театр, Рустам Рафикович, а люди в нем актеры. В нашей унылой жизни, честное слово, не хватает этого лицедейства, этого спектакля, этого цирка. Я на эту тему отписался в еженедельнике «Свободная Республика» по поводу того, по поводу выдвижения Айны Гамзатовой. На мой взгляд, это очень интересный ход, рассчитанный на то, чтобы привести избирателей на избирательные участки. Такое ощущение, что в Дагестане актеры только бродячего цирка какого-то, судя по тому, что они делают. Потому что это очень глупо. Если в России не будут голосовать ни в коем случае, конечно, я не понимаю, она рассчитывает вообще на победу? Вот в чем вопрос. Она хоть на секундочку предполагает, что она может победить? Я думаю, что она, скорее всего, прекрасно понимает свои шансы. Это умная женщина. Это, безусловно, умная женщина. И она дает себе отчет в том, что она делает. А как же рассылки в WhatsApp? Типа, голосуйте, у нас может все получиться. У них ничего не получится. Они сами... в принципе, сказать, что вот если мы вот вы, Багаудин Гаджиевич, я и вы, Рустам Рафикович, если мы возьмем сейчас, да, и вот этот стул, да, вот там на свободный стул от Магомеда Тагира и Джамала Чесноса, если мы вот возьмем его втроем, все подбросим, мы, конечно, можем помечтать, что мы выпустим его в космос. Вам кто запрещает помечтать, что мы запустим стул в космос? А что, я тоже хочу стулья в космос запускать. Мы вас, Вера Олеговна, как девушка, мы просто не можем вас задействовать в этой схеме. Может, меня на стуле в космос сразу? В принципе, вероятность, что мы втроем запустим вас на этом стуле в космос, примерно та же самая, что и у божественной Айны Гамзатовой вдруг стать президентом России. Но зато повеселимся. Ребят, я так понимаю, что Рустам против ее выдвижения. Рафикович имеет право, имеет полное право, за кого голосовать, хоть за Навального, хоть за Путина, хоть за, с красивыми глазами, Анфису Чехову. Я хочу показать другую сторону этой медали. Так «Новое дело» опросило несколько довольно ключевых фигур в дагестанской политике. Вот, например,
деньгах Халидов, общественные деятели, политолог, он говорит, что, я цитирую, этот шаг продуман в небесной и земной канцелярии, и как всякий серьезный шаг, который продуман во всех отношениях, выполняет несколько задач. У таких кандидатов, как Собчак, должна быть альтернатива. Если Собчак несет антирелигиозные и нетрадиционные идеи по защите интересов ЛГБТ-сообщества в своей околополитической программе, то выдвижение супруги Муфти и главного редактора исламского издания несет в себе другой сигнал. Так, понятно. Можно, знаете, как ответить на это? Вот я прекрасно понимаю, что он политик, общественный деятель, да, вот Динга Халидов, насколько я понимаю, но это ведь настолько глупо, эти две личности несопоставимы даже в сети, если смотреть, как к ним относится народ. Да, есть сторонники Собчак, есть те, кто ее критикует, но гораздо больше тех, кто ее в итоге-то поддерживает, ее любят. Это вот эти женщины, домохозяйки и прочие. Я думаю, понимаете, о чем я говорю. А вот Айну Гамзатову, ну кто ее сейчас поддерживает? Ну, не, контингент, ну, давайте возьмем, ДМД. Что окей, Айна Гамзатова и... это филфак ДГУ. И Ксюша Собчак – это МГИМО. Да, вот это, разница между, да, филфаком ДГУ и МГИМО. Он их сравнивает, ну, и он их противопоставляет друг другу, но тут ведь даже ни о каком споре речи быть не может. Нет, что... никакого спора, Рустам. Между ними, я имею в виду. Нет, никакого. У вас черновик вот там под рукой. Черновик об этом не отписывался, к сожалению. Я надеялся, что тут будет что-нибудь едкое. Мне кажется, это не он их противопоставляет, если мы говорим про этого эксперта. Они объективно представляют два разных, в общем-то, полюса. Две разных весовых категории. И две, ну, весовые категории, понятно, что Айна не настолько раскручена, как это. Но она, возможно, и не собирается. Но в настоящий момент действительно какую-то мусульманскую аудиторию, она, во-первых, если это мусульмане сами выдвинули самостоятельно, то она оттянет от нее и тем самым как бы еще раз подчеркнет облик, значит, моральный облик вот Ксении Собчак. Да, при чем тут моральный Нет, облик? Нет, но это важно, в исламе это самое главное. Нет, подождите. Но я вот продолжу, вот закончу. Мы живем в государстве, где религия отделена от государства. Она отделена, но тем не менее глава нашего государства, он бывает в церкви, подождите, ты знаешь. Мало, как... это его личное дело. Он человек, он может, и Айна Гамзатова может делать все, что угодно, да, со своей совестью, сердцем, душой. Ну но почему? Но есть примеры, когда государство, какие-то исторические здания передают, тем не менее, РПЦ, хорошо, ладно, несмотря на возражения. Но там второй момент, значит, насчет Собчак и вот Айны Гамзатовой. Первое – это то, что она, может быть, оттягивает часть мусульманского электората. А второе, если это сделано с участием государства, что я не исключаю, потому что все-таки ее отец муфтий, и вряд ли он хотел бы... Муж муфтий. Муж муфтий, да. Муж, извиняюсь. Вряд ли он хотел бы, значит, чтобы его супруга, значит, участвовала в таких сомнительных, с точки зрения, мне кажется, ислама, мероприятиях. Но если это установка сверху, конечно, тогда это логично все. Нет, я вот, вы правильно подошли к этой мысли, я ее выражаю в своей статье. Я очень сомневаюсь, что умная, прошедшая через многочисленные испытания Айна Гамзатова, что она как-то могла влезть в эту авантюру, не понимая всего того, что за этим идет. Она прекрасно понимает, что будут интернет-срачи, что ее будут мешать с дерьмом, что будут те, кто будет ее поддерживать, что шансов у нее нет на уровне России никаких, у нее нет шансов даже на уровне Дагестана, потому что вот эта узкая часть ее почитателей – это думдовцы. Да? Даже среди думдовцев нет единодушия по ее поводу. А даже эту паству она хорошо делит пополам, да? Теперь, причем не на равные доли. Потом она, ее кандидатура абсолютно неприемлема для салафитов. Вот кто пойдет на выборы, чтобы проголосовать против нее, вот так это салафы. А то же самое будет со средним классом, с болотом, с агностиками. Да? Шансов у нее не так много. И она прекрасно. Ну, зачем она это сделала? Во-первых, зачем она это, на мой взгляд, да? Во-первых, ее кандидатура собирает на выборы избирателей. Это, во-первых, выборы становятся хоть немного интересными. И
есть шанс, что на Дагестане, в Дагестане на выборы придет больше традиционных 6%. Больше. Ну да, этот момент тоже есть этот возможно. Это единственный момент, по которой выдвижение Айны Гамзатова ей что-то дает. Да? Естественно, у нее будет неплохая возможность раскрутиться на федеральном уровне, во всяком случае, из мусульманских регионов России. Она может как-то о себе заявить, она может о себе рассказать. Вероятность, что за нее будет голосовать, равна нулю, но она может таким образом подпиариться. Тем более, что из мусульманских женщин, которые себя заявляют как мусульманки, по-моему, только есть сейчас это кто? Это может быть мама Рамзана Кадырова, Аймани, да, или супруга. Мама, по-моему, Рамзана Кадырова, ее фонд, это как-то, блин, больше я не знаю. Но она не публичная такая, а да, тут, и потом а тут женщина все-таки на публичное поле она выходит. Потом дочь Ахмада Рамзана Кадырова тоже какую-то модную. Они могут, но это в перспективе, они что-то, да. Они как-то себя обозначили на информационном поле. А тут сейчас есть вот замечательная женщина Айна Гамзатова. Вот. Вот, опять-таки, для нее просто повод о себе поговорить. Если вопрос стоит о том, что отвлечение, так скажем, внимания или, допустим, привлечение людей на выборы, как бы правильно сказать, в общем, ее кандидатура нужна для того, чтобы размыть, так скажем, немножко другие кандидатуры, и она будет как раз же противовесом Собчак, которая сейчас очень... Те, кто хочет голосовать за Собчак, будут голосовать за Собчак. Мне просто интересно... Те, кто не хочет голосовать за Собчак, не будет голосовать это за Собчак. Это для неопределившихся. И присутствие здесь Айны Гамзатова вообще ничего не меняет. А в Татарстане нет, например, каких-то мусульман? В Татарстане, которые... Татарстан было бы ближе гораздо более светская республика, чем вы можете себе представить. И потом там очень велик процент русского населения. Mm-hmm. Вера Олеговна, а как вы относитесь к выдвижению женщин вот в президентские, вот в кандидаты в президенты? Вы как-то так сидите молча? Вы знаете, это сложный вопрос для меня. Я вроде бы за феминизм выступаю обеими руками за феминизм в хорошем понимании этого слова. Но в то же время женщина, которая будет стоять у власти и будет руководить такой огромной страной, все прекрасно понимают, что женщины подвержены переменам настроения очень часто, и мало ли что там им в голову может взбрести. Все-таки вот серьезно, примеры в Германии, в Англии есть примеры. В России тоже есть замечательные примеры, но Аляску потеряли. Это не женщина, это уже давно не женщина. Нет, но мы безотносительно к системе говорим. Женщина, которая идет во власть, идет в политику, все-таки мотивации, они возможно, не сильно различаются. Конечно, ну вот мое мнение такое. Ну вот то, что касается Терезы Мэй или Ангелы Меркель, это уже давно не женщины, это очень железные люди. Извините, пройти такое партийное сито, как проходили эти женщины, причем пройти очень честно. Если бы наши кандидатки в президенты проходили через такое сито, если бы у нас вообще была система, которая выбирает из лучших, вот, но у нас, к сожалению, в стране работает отрицательный отбор. У нас выбирает из верных. Ну, как-то так, да. Поэтому в данном случае они хотели сделать выборы интереснее и разнообразнее, но они просто превратили их в цирк. Нет, слишком много людей. Это вообще уже... Вот сейчас это как цирк. Их много. Я уверен, что будут отсеивать очень сильно, оставят все. И потому что Путин на фоне вот этих совершенно лилипутов политических, да, он и сам, и его вес тоже от этого понижается. Поэтому им это совершенно невыгодно. Поэтому они, вот, например, казалось бы, если они хотят сделать интерес, надо было Навального зарегистрировать. Вот появилась бы интрига, а сейчас ее нет. Поэтому, я думаю, вот вы увидите, все равно они часть уберут. Нет, извините. Они часть уберут, и глупо, извините, где Елена Беркова, где президентство, да, ну уж, это уж совсем. А вы слышали дебаты, которые проводили кандидаты в президенты Франции в прошлом году? Вот когда я их послушал, да, на канале Euronews был прямой эфир этих кандидатов с прямым переводом на русский язык, с хорошим качественным переводом, я послушал, да, там реально есть из кого выбирать, и там видно, да, вот эта позиция одна, эта позиция другая, это путь второй, это путь третий, это путь четвертый, да, и люди, которые идут во власть, они знают, зачем они туда идут. Они идут для того, чтобы в
Францию сделать великой, для того, чтобы вернуть ей какие-то позиции. И когда Франция выбирала Моцарта от финансов, как называли Макрона, они знали, почему они за него голосовали. Поэтому здесь все очень интересно, да, было. А в России, не знаю. Следующая новость такая небольшая, но очень значимая. Так, в прошлую пятницу министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов пообщался с представителями республиканских СМИ. И в частности, он опроверг информацию о своей отставке. Слава Богу. Да. И кроме того, он сказал, что в этом году идет сокращение преступности. По убийствам это все сократилось на 30-40%. Что я думаю, есть чему порадоваться. Я не помню, чтобы они когда-нибудь признавали, что он... Нет, у вас кого-нибудь из ваших знакомых убили в этом году? В прошлом не убили. И у меня не убили. У вас просто нет таких знакомых, которые оказываются в ситуациях. Это вполне такие нормальные люди, интеллигентные. Очень хорошо, если Абдурашид Магомедович говорит о том, что преступность снизилась. Имел личные беседы с этим человеком. На меня он произвел самое положительное впечатление, и я искренне рад, что этот человек остается во власти. Очень сожалею, что я проспал в прошлую пятницу и не попал. Это вот мероприятие, еще так, я читаю, не дождетесь. Ну, честно говоря, он правильно сделал, потому что он отреагировал, что очень несвойственно нашим милиционерам реагировать на какие-то события. Он правильно отреагировал на события, на информационный вызов. Обычно из этого органа кого-то дозваться на свою передачу, если ты не начнешь ковырять их за месяц до мероприятия, очень сложно. Поэтому... Ну а что отозвать? Нервы сдали или что? Он мог и дальше не реагировать, и это может лучше Нет. Он сделал все правильно, даже если это делается через раз, и это сделано правильно, я только приветствую такие вещи. Появилась официальная информация от Следственного комитета по Республике Дагестан о том, что житель селения Кадыр-Атарха Саюртовского района признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных, там и так далее по пунктам, в общих чертах я говорю, изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста. В общем, этот мужчина насиловал свою 7-летнюю дочь. Когда мы разместили эту информацию со ссылкой, естественно, на Следственный комитет, почему-то в соцсетях все пользователи стали писать в ответ нам, что это вообще неправда, что как мы имеем вообще право писать такие вещи. При том, что когда говоришь, что это ссылка на официальную информацию, они говорят, нет, официальная информация уже по братьям погибшим, помните, которых убили, тоже такая была, и это же оказалось неправдой. И вот почему наши люди... Не готовы в это верить, я не понимаю. Во-первых, очень трудно верить в то, что отец может насиловать 7-летнюю дочь. В это очень трудно поверить. Да дело даже не в этом, Вера Олеговна. Дело в том, что вообще цена официальной информации очень сильно упала. Стоимость, вернее, как бы сказать, вес, цена. Поэтому люди могут не верить. Но такие случаи, как те, о чем вы говорите, Это чистой воды психиатрия. Это чистой воды психиатрия, и там нужны, наверное, все-таки заключения психиатров, психологов, да. И, наверное, это не вопрос компетенции силовиков. Вот здесь надо уже вот там копать, потому что нормальный человек этого делать не будет. Ну, это одно дело, а вот что касается верят, не верят, но мне кажется, это дело не в неверии, а в том, что это просто очень страшная информация. Это вот когда рубят там голову, был спор, ведь показывать это или нет. Я считаю, это не надо, это чрезмерная преступность, чрезмерная жестокость. Да, понимаете, и этого, может быть, не надо людям показывать. Так мы и с этим. Мало того, что отец еще 7-летний, и вообще это просто не укладывается в голове. И может вредить просто, мне кажется. А вы что думаете, Рустам Рафикович? Я думаю, что только для таких людей и нужно вводить смертную казнь, несмотря на то, что он там псих или не псих. Никакой разницы нет. По смертной казни я вам скажу такую вещь. Когда в стране появляется смертная казнь, запускаются какие-то иные механизмы жестокости в стране. Человека можно наказывать по-разному. Иногда есть такая форма жизни, что она хуже, чем смерть. Создайте ему состояние хуже, но не убивайте.
Государство не должно убивать. Я противник смертной казни. Мучить человека – это то же самое, лучше мучить человека, как и он. Но убийство – это прерогатива либо Господа Бога, если вы верующие, либо судьбы. Но как страна, в которой есть смертная казнь, это всегда страна с какой-то повышенной жестокостью. Это труднообъяснимые механизмы, да, но если мы... Вот та же история с Англией, да, когда они запретили смертную казнь, преступность снизилась. Какой-то жестокости в стране было меньше. Государство должно нести право, закон, справедливость. Государство не должно нести смерть своим гражданам. Оно должно их осуждать, судить, помогать, поощрять, если они этого заслуживают, воздавать по заслугам, но не убивать. У вас есть своя точка? Рустам Рафикович, кажется, поверил. Он говорит, надо вводить смертную казнь. Надо сначала все-таки расследовать и доказать. И потом в нашей стране с тем процентом судебных ошибок, вот нам точно смертную казнь вводить нельзя. А вы какое у вас мнение, Володин Гайджич, по поводу введения или не введения смертной казни? Ну, я считаю, что это не обязательно. То есть есть такие формы наказания для человека пострашнее смерти, действительно, если в этом задача. Послушайте, ну так вы тоже будете развивать жестокость? Вы там, я не знаю, будете выковыривать им ногти? Не надо выковыривать ногти. Надо их сажать в тюрьму, сажать в одиночке. Пусть мучается, пусть страдает, но не убит. Не надо брать грех на себя. Пусть это наказание свершится само. Кстати, вчера прочитал на Фейсбуке пост нашего друга Мурада Ахмедова. Помните, адвокат здесь у нас сиживал. К сожалению, у него сейчас нет возможности к нам приходить, он очень занят. Вот так вот он написал, что цивилизованность общества может оцениваться еще и тем состоянием, в котором находится суд. И состоянием даже зданий, в которых находится суд. Да? Это говорит о том, как государство, как эта система относится к праву, насколько это правовое государство. Это так, к слову, о смертной казни. Вера Олеговна, что у нас дальше? К сожалению, дальше у нас еще одна печальная новость. Так, в дагестанском сегменте социальных сетей на минувшей неделе обсуждали то, что в роддоме Махачкалы умерла роженица. Мы так и не выяснили, в каком роддоме. Да, к сожалению, это неизвестно. А, нет, подождите. Роддом по улице Акаева. А, это вот второй роддом. Угу. В общем, женщине было 42 года. Она сама уроженка селения Курушха Савюртовского района. И вот это обращение в социальные сети писали ее родственники. Тут просто кошмар, что было. Женщина умерла, потому что врачи отказались ей делать кесарево сечение, объяснив это тем, что роды могут пройти естественным образом. Но мало того, что вот она умерла, так они еще ее привезли просто во двор на скорой. Получается, всего, как я понимаю. Тело накрыли простыней и так и оставили вот просто лежать. Родственники ее искали целый день, когда вернулись домой, естественно, обнаружили во дворе труп. И во дворе итоге, дома? Да, во дворе вот своего дома. И в итоге у мужа ее отказали ноги. Это вообще просто какой-то кошмар. Ну хорошо, что они хоть домой ее довезли. Могли бы где-то в районе нархоза оставить каталку с трупом и все. Так они еще гуманно поступили. Ну, не знаю. Но тут еще один момент, да, Вера Олеговна. То, что говорят родственники и что говорит экспертиза, это иногда бывают очень разные вещи. Все-таки 42 года. 42 года рожать, это, конечно, все-таки сложновато. Мы не врачи, потом современная медицина, у нее, наверное, есть свои ответы на эти вопросы. Вот. Но, с другой стороны, если так, как они говорят, ну, надо было делать кесарево, его не сделали. Вот. Ну, это второй роддом на улице Атаева. Ой, ребят, это я вам скажу, это еще то заведенница. Мой первый ребенок рождался там. Жена у меня валялась неделю в родовом блоке. Уже и воды отошли, уже и все ужасно. Я просто реально, я не знал, что надо было. Надо было просто отнести деньги. Я реально не знал, что их надо отнести. Ну, сколько там мне было, я был молодой, и жена тоже этого как бы не понимала. И пока какой-то врач мимо не прошел, сказал, вы что делаете, сейчас мы человека можем потерять. Вот, она вот только так. И сколько я этих рассказов слышал про этот роддом, это просто не счесть.
Я понимаю, что у страха глаза велики, да, но вот лично я столкнулся с этим роддомом, доброты там нет. И знаете, самая фишка тамошнего роддома, я правда не знаю, как в других или нет, когда женщина стонет от боли, тамошние санитарки, знаете, что говорят в ответ? Че, с мужем не так стонала? Че сейчас здесь стонешь? Вот это фишка того роддома, да, поэтому здесь, ребят, я вполне доверяю родственникам, и я же говорю, хорошо, что они ее домой привезли, не выбросили где-нибудь в районе нархоза. Чтобы Бучаевы потом разбирались, знаете, откуда здесь труп. По краешку, да, какого-то события можно всю картину увидеть. Да, это вполне я допускаю, потому что я бывал в медицинских учреждениях. И я видел, вот, насколько у этих врачей, может, они просто, ну, уже как бы... Не, это психические, это профессиональные психические деформации. Они привыкают и к боли, и к стонам, и сострадать тоже никакого сердца не хочет. Я все понимаю. Это есть. Как стимулы какие создавать, я не знаю. Говорят, там, если им заплатить, они это будет лучше. Заплатить однозначно. Деньги смягчают любое сердце. Ну, заплатить имеется в виду не как в твоем случае, а чтобы государство стало больше обеспечивать там врачей какие-то. Это я не знаю, да. Это я не могу знать, что делать. Но с другой стороны, вообще к самой процедуре родов надо относиться, наверное, по-другому. Я не знаю, правильно ли звать мужей на роды. Вот я этого знать не могу. Правильно это или нет? Ну что, теперь такое правило? Да? Нет. Ну как в Америке, да, они снимают на видео, они стоят в эти самые моменты, да. Вот я все это понимаю. Ну, хотя бы чуть больше уважения, наверное. Ну, это зависит от мужа. Я бы, например, не смог присутствовать. Я бы просто сознание потерял, мне кажется. Ну, американцы неспроста, наверное, ввели. Это, видимо, в этом есть какая-то поддержка для роженицы, возможно. Она видит рядом. Но это другая культура. Да. Это просто другая человеческая культура. Значит, что мы ничего не должны у них перенять. Хорошие... Ну, просто вот тут еще что там по исламу им придет в голову рассказать. А это да, да. Это они... Там у нас еще один фактор там есть, который... Да, с которым мы тоже не будем знать, что делать. Ну, вот знаете, что удивляет? Такой парадокс. Государство призывает рожать, выделяет материнский капитал, но при этом состояние вот этих вот роддомов и больниц всяких у нас какое-то жуткое. Пособие детских. Это вообще парадокс. Как что рожать, когда известно, что он будет ребенок получать такие мизерные пособия? Нет, ну, во-первых, вы, ребят, вы рожаете не для государства, вы рожаете их для себя. Дети рождаются для вас. Для себя не хотят люди рожать, понимаете? Вот что. Они знают, что они не потянут ребенка, что это будет связано с какими-то... А что, вы за 400 тысяч можете ребенка поднять, что ли? Ну... За 400 тысяч вы не поднимете, вы и за 500, для того, чтобы ребенка вырастить. Ни 300, ни 400 тысяч надо. Я не понимаю женщин, которые рожали там второго ребенка, да, а потому что им платили материнский капитал, ну, чтобы получить 400. Для нищего человека, когда он слышит эту сумму, там 400 человек, может ему и кажется, что это такие деньги. Но сейчас Путин 10 тысяч дает, да. Ежемесячно. Не только это, он еще поднимает материнский капитал. Я вот как раз сегодня читал об этом новость и зашел в комментарии. Там был один комментарий такой. Вот, ой, как хорошо, что это ввели, ну что-то в этом роде, да, недословно, не просто при поправке цитата. Вот как раз хотели заводить второго ребеночка, и за эти деньги сможем расплатиться с ипотекой. А дальше вы что будете делать после того, как расплатитесь с ипотекой? То есть вы эти деньги полностью отдадите, окей. Ребенка вы как будете поднимать, если вы еле-еле сейчас поднимаете? Не, ну поднимали же без кредита. Там поднимают, лишь бы он растет, как этот. Ну, то есть радость человека вот за такую, как бы, заводит ребенка, чтобы расплатиться с ипотекой. Ну, люди разные бывают, да, поэтому что там садить? Да. Вера Лина, а как вы относитесь к 10 тысячам в месяц по рождению ребенка? Я даже не задумывалась о такой теме. Можно это не ко мне? Хорошо. Я думаю, что вот Магомед Тагир ответил бы на этот вопрос, но, к сожалению, его сегодня с нами нет. Наш Магомед Тагир, Гаджи Мурадович, к сожалению, сегодня заболел.
завтра у него день рождения, поэтому вот там у нас, я думаю, что на камере видна у нас золотая корона, которую должны были водрузить ему на голову еще в самом начале передачи, и чтобы он как именинник сидел в этой короне и радовал нас своей неземной золотой красотой. Ну, так как... Вера Олеговна как-то загадочно сказала, что именно он мог бы дать компетентный ответ, вот мне интересно. Я просто стрелки перевожу. Просто он ближе всех, он ближе всех к состоянию, когда кто-то может родиться, да. Вы уже, да, вы уже старый, Вера Олеговна, пока в поисках своего счастья, да, в поисках своего единственного, да. Да, Рустам Рафикович, ну вообще в этом, пока он даже на передаче опаздывает, да, пока не хочет, да, глядя на себя в зеркало, он думает, вот надо ли землю еще одними такими же, как это называется, заселить, вот. Ну а я уже старый. Да. Еженедельник «Свободная Республика» – газета для свободных от предрассудков людей. Здесь публикуются самые интересные дагестанские авторы. «Свободная Республика» для тех, кто хочет знать правду. Мы не торопимся с выводами. Мы знаем, что творим документ времени. «Свободная Республика» в ближайшем киоске. Давайте не будем забывать, что у нас предновогодний выпуск. Подождите, вот какая вы бессознательная. У нас есть еще о чем поговорить. Вот вы, Рустам Рафикович, в прошлый раз меня спрашивали, ведь я так хорошо относился к госпоже Толстиковой, угу, которая вот здесь, на первом полосе, она молотоком ломает педагогический университет. Вы точно там не учились, я прям чувствую. Я пытаюсь говорить, пытаюсь ассимилироваться под педагогический университет, спортивный факультет, да, по моей фигуре видно, вот. Девушка на самом деле сделала несколько интересных заявлений в Пятигорске 15 декабря на педагогическом совещании. И девушка поразила нас совершенно непатриотичной для Дагестана позицией, предложением переносить эту вуз туда. Она может быть патриотом Дагестана вообще? А как вице-премьер Дагестана может предлагать перенести один из ключевых дагестанских вузов туда? Вот, я вам что скажу, уважаемый Рустам Рафикович, как бы мы ни относились к педагогическому университету, только выпускники этого вуза поедут в село работать. Не поедут выпускники московских вузов работать в сельские районы Дагестана. Вопрос в том, что да, вуз действительно не такой, каким бы мы хотели его видеть. Но правильнее этот вуз приводить в порядок, менять его, чем закрывать. Ну, извините, а куча людей, которые останутся без работы. Ну и вообще, и вот девушка, которая, сколько она в Дагестане? Без году неделя, вот предлагает такие кардинальные решения. Да, в конце декабря она пришла. Поэтому у вас есть какие-то... Вот мне было бы интересно аргументы ее послушать, почему это надо сделать. Вот мы понимаем, да, вот ты говоришь, поедут. И действительно, до сих пор все, кто учился, вот они возвращались в села. Хотя бы часть. И становились каким-то центром таким просвещения там и морального какого-то вот такого движения. Действительно, вокруг вот учителей, особенно гуманитарных, направлении, да, вот они всегда были таким центром. И вдруг, значит, и сейчас едут. Они даже как бы вот едут специально для того, чтобы научиться и туда вернуться. Конечно, если это перенесется туда, то это будет гораздо, наверное, сложнее. Могут кого-то не отпустить, кто-то там по другим материальным соображениям. И зачем она предлагает это? У нее же наверняка есть какие-то обоснования. Там спор между ею и деканом иностранного факультета. Она сказала, что якобы она пришла и не нашла там детей, ну, студентов. А где студенты? Говорят, они где-то на практике, что-то, как-то. Она якобы пришла. Декан отрицает, что она там была.
Декан отрицает, что студенты не ходят на занятия. Декан отрицает все, в чем она его обвиняет. Там есть и обоснованные обвинения, но это касалось не педагогического вуза, а института усовершенствования учителей. Там реально какая проблема? Она говорит, они читают лекции, вот собирают учителей гамузом, прочитают им лекции, требуют с них денежку, потом еще какую-то денежку. Да? Там да. Там, вообще, конечно, в нашем образовании есть что менять, есть что чистить. Но гораздо правильнее было бы приводить в порядок это образование, а не разрушать его. Время, к сожалению, наше истекает. Вера Олеговна, какие у нас новости еще? Ну вот я же говорю, давайте перейдем все-таки к праздничным новостям. Праздничным новостям. Сегодняшняя горячая новость. Наш мэр Муса Мусаев сдержал обещание и подарил Аминат Хабибовой квартиру. И не только ей, как я понимаю. Там было вручение нескольких ключей, нескольким квартирам. Насчет нескольких не знаю, но это новость буквально вот сегодняшняя, и говорилось там только о ней. О том, что она и ее двое детей, которые жили в пристройке на Комарова, вот мы в одном из выпусков эту новость обсуждали. Которая вообще не бабуля. Да. Она получила однокомнатную квартиру в том же районе. Да, бабуля, которая... Вот мы сейчас звоним нашей доброй знакомой Фатима. Фатима, здравствуй. Привет, Фатима, это Заур Газиев, тебя беспокоит. Мы сейчас записываем ужин негодяев, и у нас к тебе такой вопрос. Фатим, сколько ключей от квартир сегодня мэр Мусаев вручил? Около 40, подожди. Так. На сайте не смотрел ты точно, с около 40. Фатим, мы сейчас на записи, вот твой голос звучит сейчас у нас в микрофоне. Вот видите, ребят, около 40 квартир сегодня вручил мэр Мусаев. А кому он их вручал, Фатима? Детям-сиротам. Детям-сиротам. Вот, вот видишь уже, какой у тебя бодренький голос сразу стал, Фатим. Спасибо тебе, родная. Спасибо большое. Тебя с наступающим Новым годом. Новые квартиры, если быть точнее, то ключи от новых квартир получили 41 человек. Замечательно. Это то есть получается 41 семьи. Ну это очень хороший подарок к Новому году. Все, Фатим, все, отключаемся. Всего-всего тебе спасибо. Пока. Ну что, счастье этим людям в этих новых квартирах. Да. Это очень хорошая новость. Вот здесь должны лететь конфетти. Я думаю, что на монтаже нам их подключат. Так, Вера Олеговна, дальше у нас что? Дальше у меня, я думаю, все. Только СМСки, потому да? что обе газеты и «Черновик», и «Новое дело» подводят итоги года. Ну, у нас в республике итоги года будут подводиться только в первом номере следующего года, в первых и вторых номерах. Поэтому я думаю, что со своими итогами мы выйдем, наверное, только через 2 недели. Возьмем двухнедельный тайм-аут и для ужина негодяев. Я думаю, что нам всем надо отдохнуть. Видите, наш... Магомед Тагир Гаджимович даже заболел от переутомления. Вот. Написал статью в республику и заболел. Хорошо, так, смотрим смс-очки, да? Ой, можно я первую прочитаю? Вера Олеговна, вам нужно все говорить. Билл Гейтс пожертвовал на благотворительные цели 4,5 миллиарда долларов и не построил ни одного храма. Это к Айне Гамзатовой. Отнесите, пожалуйста, эту смс-ку, да. Так, Рустам Рафикович, что у вас? Черновик пишет, я не знаю, я прочитал, у меня в голове эта смс-ка такой болью прошла. Куда делись детские деньги? 200 рублей. Будут ли их выплачивать в 2018 году? Это так. 200 рублей в месяц просто, люди, знаете, типа, верните нам 200 рублей. О, а у меня тут еще смс-очка в Свободной Республике. Эта женщина не понимает, что президентство ей не видать, как собственных ушей. Если даже все мюриды придут на выборы. Ну, сами понимаете, не о Собчак идет речь. Какую игру она затеяла? И вообще, кто ее убеждает в том, что она интересна кому-то, кроме ее родственников и родственников ее мужей? Вот так, вот такая злобная смс-очка. Багалдин Гаджи. Ну, вот эта вот смс-ка, она вот интересна в каком смысле. Я сначала ошибочно заказные слова прочитал как законные, да. И, конечно, в таком виде она немножко другой приобретала. Но и как заказные тоже интересно, где читатель наш говорит, что В. Путину обращается и говорит, суды должны быть независимыми, а не заказными. И дальше почему-то идет речь про Амирова, заточение которого ему кажется
ну, вот таким произволом. Проехали, да, вот. Богдан Ильич, да. Это смски, мы их обычно не обсуждаем, просто коротенькая ремарка. Так. В новом деле мне очень понравилось. Уважаемый Владимир Абдуалиевич, население Дагестана, конечно, очень благодарно вам за то, что вы выпросили дополнительные средства для Дагестана у президента страны. Но пока у власти рядом с вами будут находиться эти крысы, с этих средств простому труженику мало что перепадет. Народ ждет от вас более жестких сталинских мер, ведь вы силовик. С наступающим вас Новым годом! Я сейчас пойду биться об стену. Сталинские, выпрошенные деньги. А что за время пришло в Дагестан? Молодые девушки просто преследуют нормальных парней, дышать не дают. И при этом называют себя девушками. Какие матери их воспитывают, если до свадьбы для них нет никаких запретов? И это в Дагестане позор таким матерям и дочерям. Дочерей надо воспитывать приличными девушками с большой буквы, а не теми, кто не останавливается ни перед чем. Очень стыдно за таких безнравственных девушек. Позор. Рустам Рафикович. Никак это вы написали. Нет, ни в коем случае. Я глубоко вижу, что ваша рука. Вы прислали с левого номера на Свободную Республику. Ладно, ладно, признаюсь. Вас преследуют. У меня только такие проблемы. Вот пожалуйтесь Вере Олеговне. Что она будет ходить за мной и отбивать девушек? Это, наверное, его 40 лет назад кто-то домогался просто. Рустам Рафикович. Ну, она, похоже, перевернула этот бинокль, да, и он тут представил вот в таком виде. Любая женщина на свете, какой бы милой ни была, умеет делать куклу Вуду и знает, где стоит метла. Вот так. Так, у кого следующая смс? Че, Богдан Кочевич, у вас одна смс-очка, если хотите? Да если нет, я посмотрел. Вы отказываетесь, вроде хорошо, бы. Хорошо. Вера Олеговна, вы, Рустам Рафикович. А я почитаю, да. Очень не рад. Чиновники пишут, очень рад, что вышел в свет одобренный российским муфтиятом смысловой перевод Корана на лезгинском языке. Вот написали. Ну, Сара Визгер. Смысловой, да? Да. Тут даже вот там наши режиссеры даже аплодируют Корану на лезгинском языке. Мы вас поздравляем, Рустам Рафикович. Главное, донесите этот Коран до девушек, которые до вас домогаются. Донесите, и вы можете и в лезгинском, и в русском, и в англоязычном переводе. Можете, так. Да, использовать и по прямому назначению. Так, Богатинич, какой вы суровый. Тебе сколько лет, Рустам Рафикович? Это хорошая идея, кстати. Сколько что... вам лет, Рустам? 20. Куда ему жениться, господи? Ему еще на день рождения можно машинки дарить. Это нам с вами машинки. На день рождения можно дарить тонометры. А ему машинки, в принципе, все нормально. Все нормально. Итак, дамы и господа, я хочу поблагодарить всех, кто сегодня отсматривал наш выпуск «Ужина негодяев». Хочу поблагодарить Рустама Рафиковича за то, что хоть с опозданием, но пришел. Хочу поблагодарить Веру Олеговну. Вера Олеговна, спасибо вам. Хочу поблагодарить Багаудина Гаджиевича Узунаева. Хочу поблагодарить вот там, помашите нам оттуда. Хочу поблагодарить нашего режиссера и операторской бригады Басира Сайпудинова. Также не вышел оттуда наш Мухаммад Атаранов. Мухаммад, спасибо большое. И, наверное, поблагодарю себя любимого. Это была славная охота. Нам было о чем поговорить. Всем хорошего Нового года. Поздравляю всех наших зрителей с наступающим Новым годом и желаю счастья в Новом году. С Новым годом, дорогие наши слушатели и зрители. Хорошего вам Нового года. Спасибо большое. Я хочу передать поздравления и от Магомеда Гера Гаджимурадовича. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Еженедельник «Свободная Республика» – газета для свободных от предрассудков людей. Здесь публикуются самые интересные дагестанские авторы. «Свободная Республика» для тех, кто хочет знать правду. Мы не торопимся с выводами. Мы знаем, что творим документ времени. «Свободная Республика» в ближайшем киоске.